Полицейские помогли двум водителям большегрузов на зимних дорогах. Первый случай произошел в районе имени Габита Мусрепова. Двое водителей грузового транспорта провели больше 2 суток в степи. Грузовик сломался на автодороге Екатеринбург-Алматы. Водители ехали из Челябинска в Нур-Султан. Причиной поломки фуры стал компьютер, который вышел из строя. А второй случай произошел в Мамлютском районе. Стражи порядка оказали помощь водителю КамАЗа. У грузовика сломалась топливная система. В обоих случаях полицейские помогли водителям. Обеспечили теплой одеждой, горячим питанием и поделились оборудованием для ремонта.